выставочном зале Союза художников Туркменистана состоялась выставка, посвященная 75-летию народного художника Туркменистана Дурды Байрамова. В ней приняли участие деятели культуры и искусства, художники и творческая молодежь. На выставке были представлены работы по различным направлениям современного изобразительного искусства. В этих произведениях, отличающихся тематическим разнообразием и многоплановостью, нашли свои отражения и страницы из славной истории туркменского народа, мгновения человеческой жизни, особенности национальной культуры, различные уголки удивительной природы, виды современных реалий. Эпоха могущества и счастья – это период наивысшего расцвета национальной культуры и искусства. Глубокие и многогранные образы раскрываются на высоком художественном уровне. Во всех работах чувствуется неразрывная связь внутреннего воображаемого мира художника с родной природой, с национальным мировосприятием. Произведения художника неповторимы, в каждой из них чувствуется новизна и долгий творческий поиск. Каждый, попав в мир красоты, стремится углубиться в этот таинственный и манящий мир, который словно безбрежный океан любви и красоты пробуждает в человеке самые нежные чувства. Стремление понять всю глубину произведения искусства, понять законы любви, законы жизни – это есть ключ к пониманию духовного мира туркменского народа. Ряд произведений, написанные мастером кисти на жизненные темы, еще раз подтверждает ту истину, что художник не воспринимает свое творчество вне связи с жизнью, всем тем, что его окружает. Для воплощения своих замыслов и проектов художник использует различные технологии, что помогает ему создавать удивительно живописные полотна. Мастер кисти с помощью богатой палитры красок стремится создать очень интересные произведения, в которых мастерски отражается красота туркменской природы, повседневная жизнь народа. Все произведения Дурды Байрамова выполнены в национальном колорите и отражают сложные перипетии жизненных ситуаций. Художнику свойственна редкая способность раскрывать саму суть естества. Быть мастером живописи значит уметь смотреть правдиво, правдиво отражать и внутренний мир своих героев. Художник, который воспевает в своем творчестве национальное искусство, туркменский менталитет, прекрасную красоту природы, в результате гармоничного сочетания своего внутреннего мира с природой, создал немало произведений, которые вызывают и восхищение, и любовь к жизни, а не трогают сердца людей глубиной замысла. Знакомясь с картинами художника невольно, в глубине души зарождаются высокие чувства. Дурды Байрамов – один из своеобразных художников, так как у него есть свой индивидуальный почерк, свой стиль письма. Каждый, кто видел эти картины, подметил, что у этого художника преобладают светлые, теплые тона красок. Любое произведение – не только след деятельности создателя, оно – носитель его кредо, его творчество, ставшее явлением художественной культуры. Произведения, в которых отражена глубина внутреннего мира художника, его размышления, переживания, окружающий нас мир, никого не оставляет равнодушным. Многообразие жизненных явлений побуждает художника искать различные формы их отражения, воспевая родную землю во всей ее красоте и великолепии, что так присуще природному устою туркменского народа. Живописец мастерски раскрывает и образы туркменских женщин. Эти произведения полны глубокого содержания и высокой техники выполнения. Народный художник Туркменистана Дурды Байрамов создал ряд произведений, посвященных историко-культурным памятникам нашей страны. Это и таинственные развалины древних городов и крепостей, это дворцы, медресе, мавзолеи. Талантливый художник Дурды Байрамов, посвятивший свой творческий путь одному из прекрасных видов изобразительного искусства – живописи, создает удивительно красивые произведения. Основная часть произведений живописца посвящена великому историческому пути туркменского народа, славным событиям, происходящим в нашей стране. Художник, связавший свою судьбу с волшебным миром изобразительного искусства, создает картины с глубоким содержанием, в которых раскрывается богатство и многообразие уникальной национальной культуры нашего народа, страницы истории, древней традиции и обычаи. Произведения, созданные мастерством и природным талантом художника, рождают у зрителя особые чувства, которые уносят их в волшебный мир. Искусство живописи обладает большой силой воздействия на человека. Оно воспитывает все доброе начало, увлекает в мир прекрасного. Талант творческой личности высвечивает самые различные стороны жизни, но в основе творчества всегда лежат светлые идеалы человечества.
Точно найденные мастерам искусства контрастно-гармоничные сочетания цветовых объемов помогают создать пространственные планы, энергичный пластический ритм, контрастирующий с цветовым решением. Все это придает красоту и великолепие, оригинальность и динамику композициям прекрасных произведений, созданных творческими людьми. В эпоху могущества и счастья под руководством уважаемого президента национальное изобразительное искусство обрело новые яркие краски. Картины мастера кисти демонстрируются на выставках, регулярно организуемых в нашей стране. Яркий насыщенный национальный колорит полотен, созданных художником, привлекает внимание поклонников таланта Дурды Байрамова. В различных странах мира регулярно проводятся Дни туркменской культуры. На выставках произведений туркменских художников, организуемых в рамках таких культурных мероприятий, демонстрируются творческие работы Дурды Байрамова. Художник-живописец постоянно находится в творческом поиске. Он полон творческих планов. Народному художнику Туркменистана Дурду Байрамову, заслужившему в эпоху могущества и счастья огромную любовь и признание нашего народа, который сердцем ощущает красоту родной природы, желаем дальнейших творческих успехов.